Это линза. И вот если на эту линзу попадет хоть один волосик, хоть одно пятнышко, все, человек на фотографии, его просто нет. Человек просто стирается из истории. Обращение командования фронта к Врангелю с предложением прекратить сопротивление. Ввиду явной бесполезности сопротивления ваших войск, грозящего лишь пролитием лишних потоков крови, предлагаю вам прекратить сопротивление и сдаться со всеми войсками армии и флота и всякого рода военным имуществом. В случае принятия вами означенного предложения, Революционный военный совет армии Южного фронта на основании полномочий, предоставленных ему центральной советской властью, гарантирует сдающимся, включительно до лиц высшего комсостава, полное прощение всех проступков, связанных с гражданской борьбой. Всем нежелающим остаться и работать в социалистической России будет предоставлена возможность беспрепятственного выезда за границу при условии отказа на честном слове от дальнейшей борьбы против рабочей крестьянской России и советской власти. Командующий Южного фронта Михаил Фрунзе. Ответ ожидаю до 24 часов. Ответа не будет. Верховный главнокомандующий сил Юга России генерал-лейтенант барон фон Врангель.
охотник замерз. Да. О, а угостить папироской? Извините. Вот. Вы знаете, чем отличается пустой портсигар от круглого сироты? Не знаете? Пустой портсигар, он просто без папирос. А круглый сирота, он не только без папирос, но и без мамирос. Ну, у меня сейчас не смешно получилось. Там просто... Он не про папиросы. Это не про папиросы, а это то, что у него папы дед. Ну, он чер... Ну, сейчас не смешно получилось. Юнкер, а ящики чего? Это не ящик, это кофр. Mm. У меня там фотографический аппарат. Совершенно новый. Немецкий. Вы знаете, у меня одна мысль есть. Впрочем, я сейчас не буду рассказывать. Боюсь классить. Следующий! Следующий. Ой, напрасно. Напрасно, напрасно вы ее пропустили. Дурной он какой-то. Чертезный. Разозлит он, товарищ комиссара. А худо нам всем будет. А какое сегодня число? С 1 ноября 1920 года. Воскресенье. В воскресенье в это время добрые люди в церкви стоят. А в воскресенье писать не надо. Теперь все? Погоны. Что? Погоны снимите, они теперь у них к чему. Что ты сказал? Не, ну что мне тыкать-то? Ну, нехорошо. Вы сами только что поставили свою подпись под добровольным расканием, отказом от вооруженного сопротивления советской власти. Стало быть, вы теперь лицо гражданское. А тыкать мне не надо. Мы с вами шампанского не пили. Гернан так не щупали. Как бывший офицер, я имею право носить свои погоны и форму. Как хотите, можете не снимать. Но только за забором нашего, как бы сказать, центра вы в погонах и 10 минут не проживете. Никто не вправе лишить меня формы и воинских отличий. Может быть, вы это заберете? Ну зачем? Не надо. Не надо, у меня свои есть. Читайте. За храбрость и бодрость духа от генерала Селиванова. Селиванова. Великого генерала Селиванова. Ну, великого там не написано. Ну, извините, я... Ну, извините, ну... Следующий! Желаю здравствовать. Как это все случилось? Следующий! Вот. А прах офицерской чести. Просил развеять над братской могилой доблести русского воинства. Аминь. Не потрудитесь показать, что в чемодане? Табак. Богатство. Неприкосновенное. Покойного отца коллекция. Я не курю. Не возбраняется? Убирайте ваш чемодан. Заполните анкету
Внизу поставьте подпись. Число не забудьте. Число? 21 ноября 1920 года. Воскресенье. Воскресенье писать не надо. Да-да-да, знаю. А документ будет у вас действителен, если гвардейское через И же написано, и ЕР в конце слов стоит? Ну, в смысле, грамотно. Ну, полагаю, новая орфография на вас не распространяется. Слава богу. А то кончится ваша смута. Найдут эту бумажку и решат, что подпоручик лейб-гвардии Уланского ее величества полка барон Николай Александрович Гульби-Левицкий. Левицкий по-русски писать не умеет. Попроще. Что попроще? Ну, как вас? А, Кока. Кока. В детстве так звали. Кока. А пес? Что пес? Пес ваш? Мой. Как зовут? Кого? Ну, вас-то я знаю. Кока. Пса. Сябр. Сябр. Проходите. Давай, следующий. Как это все случилось? Проходи. Как это? Как это случилось все? Что? Нет. Ничего. Подпись, число. Внизу поставьте. Сегодня 21 ноября 1920 года. Воскресенье. Какое число сегодня? 21 ноября 1920 года. Воскресенье писать не надо. Не надо писать воскресенье. Не надо писать воскресенье. Вы меня о чем-то спрашивали? Вы меня о чем-то спрашивали? Да. Нет. Могу идти? Погоны снимите. А? Ах, да, простите. Забыл, простите. Спасибо. Слушайте, как это случилось все? Что? Нет, даже не это, вот... Вот когда это все началось? Ну вот, вот все это... Когда? Я просто хотел понять. Я не понимаю, вы что хотите меня спросить? Нет, ничего. Могу идти. Идите.
чего все началось? Потому что пароход отходит, ты понимаешь? Я хочу на берег посмотреть на паровоз. А пойдемте лучше кормить чаем. Пойдем прошу вас, чай. Третья каюта. Ваше благородие, нам сюда. А, спасибо. Здравствуйте. Татьяна. Прошу Татьяна. Вас. Спасибо. Славно. Славно, славно. Все. Все, господа. Зарегистрировались. Все, теперь дождаться эвакуации и в Саратов. Ах, хорошо бы в Саратов. В деревню, к тетке, в глубь, в Саратов. Саратов. Как бы вам вместо Саратова, господин Фамусов, в деревянный ящик не угодить? Да вы посмотрите, сколько нас, а сколько их этих. Да мы их за 10 минут всех. Да Господь с вами, Господь, ну что ж такое? Я не понял, ну что вы все так мутить? Позвольте вам заметить, господа, под чем мы все?
И вы, господин ротмистр, подписались, что всякому, кто не пожелает работать социалистически, России дадут возможность уехать за границу. Вот стало быть, чего мы все хотим. Уехать. А если я за границу, например, не хочу? Ну, не хочу. И работать на такую Россию не желаю. Тогда ж хочу в какой-нибудь Царево-Кокшайск уехать. Ну и что же вы там будете делать? Да кому как я делаю? В лесу буду жить. Ну что это? И на дереве сидеть. Голый. И в погонах. Господа, все, господа, мне разрешили. Что разрешили? А, господа, я вам забыл рассказать, понимаете? Ну, я боялся сглазить. У меня есть фотографический аппарат, абсолютно новый. И вот я подумал, можно же сделать общую фотографию, чтобы все были, чтобы могли сфотографироваться и они, и мы, и все, понимаете? Господи, это-то еще зачем? А затем... Господа, что это прекрасная идея. Слушайте, действительно, сделать, знаете ли, такую общую, так сказать, фотографию и назвать ее так. Апофеоз примирения. Гениально! А? Это гениально. Господин, вы понимаете, апофеоз примирения, это есть смысл моей фотографии. Но если честно, я как раз... Примирение или смирение? Петя, отойди, ты мне мешаешь. Ну ладно. А? Чё ты смеешься? Смешно. Господа, да нет, может, если не, все равно не получается, все не влезают. Ну что а у вас происходит, человек? Что, да что, ничего не получается, да, понимаете, они не вмещаются. Вот если бы амфитеатром, да, ну я же не знал заранее, как это все это. Да если бы заранее знать, юнкер, вы бы не здесь сейчас фотографировались. Простите, господин, или там, не знаю, товарищ. Ну, вряд ли я вам уже товарищ, а господином и раньше не был. Просто наши имена, они ведь из карточек известные. А к вам как обращаться? Георгий Сергеевич. Георгий Сергеевич, а какое у вас будет звание, ранг, скажем там, или, может быть, сан? Сан, говорите? Это ведь в церкви сан. У меня должность. Комиссар особого отряда ВЧК при 6-й дивизии 4-й РКК. Простите, чего 4-й? РКК. Рабочая крестьянская Красная Армия. Годун! Чай где? Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Скажите, а вообще, что с нами со всеми теперь будет? Да. Вопрос о вашей эвакуации решается в Симферополе. Полномоченный из центра товарищ Балакун и землячка. О, Белла, прекрасная Белла. Выходит, у вас дама все решает. Здорово. Балакун – мужчина. Венгр. А землячка это тоже венгр? А землячка это Розали Самуил Назалкинд. То есть не венгр, значит? Не венгр, но женщина. Ну, слава богу. Ну и чья же она землячка? Наша. Розали Самуил Назалкинд. Для простоты просто землячка. Теперь поняли?
Извините. Чудные дела твои, господи. Судьбы сотен русских офицеров вершат какой-то мадьяр и жидовка. Слушайте, ротмистр, не путайте сотни русских офицеров с черной сортой. Там уже оскорблять незнакомую вам женщину, унижать ее просто. Чем интересно, я ее унизил. Тоже мне графиня Вырубова. Она залкит. Прошу вас, не продолжайте, господин ротмистр. А вам, господин капитан, надо было не о чести своей заботиться, а агитаторов с красными бантами на реях. На реях развешу. А ну прекратите, ротмистр. Слышите, я вам приказываю. Приказываю, как полковник. Полковник. Какой ты нахер полковник? Где ваши погоны, полковник? Погоны ваши где? Приказывает он. Вот у меня они на плечах. Еще вот это есть. За храбрость и бодрость духа генерал Селиванов. А ты кто? Ты кто? Какой ты полковник? И теперь шпак. Шпак гражданский. Штафирка саратовская. Да, полковнику. Да. Нет примирения. И смирения нет. Прошу простить, не хотел вас тревожить, но был послан забрать забытое. А, я верно что-то место занял. Ты скажи маме, если она захочет снова сюда подняться, я охотно уступлю ей место. Мама в каюте? Я, конечно, передам, но а каковы ее планы, врать не буду, не знаю. Могу идти? Честь имею. Эй! Господа! Что? Наша! Комиссарша! На фото! Что, землячка? Смотрите, в какой теплой компании. Что вы решили? Ну вот, смотрите. Вот это вот Александр Измайлович. Дворянка, которая на генерала Курлова покушает. Да. Это землячка? Нет, это не землячка. Это Мария Спиридонова. Да-да-да-да. Она убила жандармского полковника Лужиновского. Вот это фиалка. Тоже террористка, да? А вот это, господа, девушка в очках, это наша комиссарша, вот землячка. Весьма. Вот. Весьма. Вот. А, все они были приговорены к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Стойте, так этот снимок где был сделан-то? А Катуйская пересыльная тюрьма. В Катуйской тюрьме? Да. Это там снимали? То вместо того, чтобы пеньковые галстуки на шейки накинуть или гильотину пригласить, они фотографию позвали. Что в этом плохого? Простите? Я имею в виду, что скверно в нежелании лишить человека жизни. Не понял. Историю лейтенанта Шмидта, помните? Который мятеж на корабле поднял. Присягу нарушил. Точно так, точно так. 1905 год, Севастополь, крейсер Очаков. Так вот, господа, когда его приговорили,
никто из русских офицеров, и я в том числе, не согласились командовать расстрелом. Я вам больше скажу. Сотня турецких офицеров написала государю петицию с просьбой помиловать лейтенанта Шмидта. Англичане, французы, немцы. И что, это все либералы, по-вашему, а? Так что? Так что, не расстреляли, что ли? Расстреляли. Расстреляли. Нашелся один. Лейтенант Ставраки. Между прочим, однокашник лейтенанта Шмидта. Махнул платочком. Ну вот что я вам скажу, господин ротмистр. Вы меня давеча призывали агитаторов на реях развешивать. В бандах. Я вам так скажу, что ни тогда, ни сейчас, зная, что произошло, я никого бы ни вешать, ни расстреливать не стал. Подождите, куда же вы, господин ротмистр? Мы с вами даже не договорили. Теперь вы понимаете, почему вы в таком дерьме сидите? Да потому что такие, как Ставраки этот, единицы. А такие, как вы, сотни, тысяч, не перечесть. Да почему же это мы-то в таком дерьме, господин ротмистр? Вы что ж, в мармеладе, что ли? Если вы у нас такой Ставраки, а чё ж вы здесь с нами? Да что же вы передо мной-то выделываетесь? Да будь у вас сегодня возможность землячек этих с белыми расстрелять. Да вы бы в очередь выстроились. Полковник, господин полковник, ну неужели вам все равно, как жизнь свою закончить? Ну чего вы ждете? Ждете вы чего? Пули в затылок? Петли? Да хоть покуражился напоследок. Слушайте, господа, но это уже даже не смешно. Господа! Господа, ура! Господа, ура! Победа! Я нашел! Я нашел место для фотографии! Господа, нашел. Идите сюда! Вы заставили нас волноваться! Идите сюда! Я нашел место! Господин Исаул, идите сюда! Сейчас! Господа, идите сюда! Пойдемте, пойдемте! Я вам сейчас покажу! Пойдемте! Самый офицер, который пригласил меня уступить свое место. Так это вы мама этого мальчика? Ну что вы, то есть да, я мама, но никто не верит. И вы тоже, наверное, не верите. Да, я мама и сестра, как вы верно подумали. Не только мальчика, но и девочки. Знаете, я иногда говорю про себя. Я молодая мама и старая идеалистка. Да, я, конечно, рад, но... Это мальчик ваш неправильно понял. А они тут с какой-то дамой все бегали. Ой, извините, это верно ваши очки? А, дама, дама, дама. Ну, она действительно больше на мамашу похожа, это не мое. Она просто попутчица. Она так соскучилась по своим детям, а я от них, наоборот, устала. От своих детей. Да, мальчик у вас он такой... Он такой рассеянный. Это просто, я не могу за ним уследить. Вы представляете, я даже цепочку повесила на гармошку, чтобы она не потерялась. А знаете, что он придумал недавно? Он вместо того, чтобы называть меня мама, стал мне говорить Танюша. А вы, стало быть, Татьяна? Тихо, тихо. Нет, нет, нет. Просто. Просто Таня. У меня очень трудное, выговариваемое отчество. Дермидонтовна. Ну, непростое, да? А у меня муж, он иностранец, он не может это выговорить. Поэтому я просто для всех. Татьяна, Татьяна. Что? Осторожно. Сейчас, сейчас, сейчас. Я... Сядьте, 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 сядьте. Что? На вас чайка. То есть не на вас чайка, на вас чайка.
Нет, не трогайте руками, боже мой, это самая она. Это очень хорошая примета. Вам сегодня же повезет. Вы просто подверглись птице. А это хорошо. Это русская примета, понимаете? Боже мой, вам будет счастье. Вы, вот я сейчас вытру. И аккуратненько, аккуратненько. Вот просто. Все, 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 все. Как спасибо. Интересно. Дальше. Вот так, почти. Извините. Конфуз. Тут случился небольшой. Как дети? А дети внизу в салоне, вы не беспокойтесь. Да, хорошо. Позвольте. Ну, что же быть? Ну, подождите, да. Я. Спасибо. Нет, нет, нет. Я. Мне виднее. Давайте вы присядете, а я просто. Прошу извинения. Дамы из 9-й каюты брали бинокль у помощника капитана. И здесь его оставили. А, вот он. И это тоже. Прошу покорно простить. Потребовался по служебной надобности. Послушайте! Муж. Иностранец. Я вас ищу! Я по всем палубам хожу туда-сюда. Вы знаете, я устала. Постой, голубчик. Вы мне? Скажи-ка, эта дама, ну что с биноклем? Из 9-й каюты, да? Из 9-й. Спасибо, ступай. Честь имею. Спасибо. Вот, понимаете, вот он, амфитеатр, понимаете? Здесь все поместятся. Это очень живописно. Вот, господа, идите сюда, понимаете? Тут это могут все поместиться. Вот, господа, но я вас прошу, Ленкин, сделай. Откуда мы можем поднимать? Фотография на память. Кому на память? И повесить негде. И отправить некому. Я не знаю, куда вас все поместятся. На память. Господа, давайте выстраиваться. Господа, казаки, идите сюда, проходите. Господа, я вас прошу, сядьте, чтобы я видел тех, кто за вами. Да, да, спасибо. Так, хорошо, проходите сюда. Господа, господа, героический поз, понимаете? Вот немножко так, воздух, понимаете? Вот так, вот я вас прошу, вот как я. И, или вот, или если вы сидите, то все, господа, хорошо, спасибо, я пошел, я сейчас одну минуту посмотрю через парад. Приготовились, если вы двинетесь, вы сотретесь из истории, все смотрят в линзу. Да вы что, господа? Да вы что? Я ж делаю фотографию, я выставил их всех. Вы, Георгий Сергеевич, вы же мне разрешили. Тихо! Это что же это такое? Вам не стыдно? Ответьте начальнику политотдела армии! Вам не стыдно? Да как вы смеете? Вы! Подписавший капитуляцию со срезанными погонами, фотографироваться победителями. У отбитого у вас же оружие, на брошенных вами же позициях. Да где же ваша офицерская честь? Ваша воинская гордость, о которой вы толдычите на каждом углу? Вы бы еще знамена сюда свои притащили, а еще лучше хоругви. Пожалуйста, фотографируйтесь. Только мы эту вашу фотографическую карточку напечатаем во всех газетах и напишем подробное пояснение к этому документу. Доблестное войско позирует на фоне проигранной им войны. Оно вам надо? Прошу. А можно?
Сказали, можно. Господа, приготовились. Господа! Господа, подождите, ну нам же разрешили! Это я разрешил. Подумал, один снимок. Ничего опасного. Бежать им некуда, да и незачем. На улице поймают и повесят. Или я ошибаюсь? Да не в этом дело! Не выдержала я этого хамства! Уж очень хотелось им эту пощечину влепить. Чертов характер! Чертов, а? Богина! Вы слышали? Да не богина! Если уж вам так это слово нравится. Богиня! А хорошую пилюлю нам тетя Роза прописала. А? Как щенков в дерьмо мордой тыкнула. Нет, что мы такого сделали? Просто хотели сфотографироваться. Нет, причем они же сами фотографировались в тюрьме. В катушке. Ну да. Только там некому было им сказать то, что она нам сказала. Господа, подождите! Подождите, дайте мне, пожалуйста! А тебе на что? Да я чемпионом был, пожалуйста! Умеешь? Да, умею! Хорошо, Георгий Сергеевич, пусть разберут эту героическую декорацию, а потом пусть фотографируются. Это хорошо вы придумали. Да, а то ведь нашим пришлось разбирать, а у меня ли дети, сами понимаете. Правильно, очень хорошо. Молодец. Спасибо. Уфим, хорошо. Спасибо. Я вот что хотел спросить, товарищ земляйский, разрешите? У меня ваше мнение очень важно. Вот говорят, что в наших идеях, в большевистских идеях, есть много общего от христианства. Ну, равенство, братство. Или это заблуждение? Печальное заблуждение, товарищ Георгий. Вредная. Товарищ Ленин учит, что это опиум. Так какой опиум? Я не первый раз это слышу. Лукавая тактика. Нечем бороться, так давайте примажемся. В белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Сотни лет, веками они заставляли нас гнуть спину, чтобы им было хорошо здесь и сейчас. А нам обещали вознаграждение там и потом, на небе. А мы не хотим там и потом. Мы хотим здесь и сейчас, и мы добьемся! Чертов характер. Ой, опять зажглась. Я даже говорить спокойно об этом не могу. У меня партийная кличка была Демон. Демон! Богина. Ня-ня-ня-ня. Слушайте, товарищ Кун, вы бы лучше русский язык учили. Либо говорить на своем языке, либо молчите вообще. Селю на мертвых у Вальда Жун. Thank you.
Что вы, Исаул? Исаул. Куриный божок. Привет из Ялты. Меня в детстве так выбил. Не умейте сына. Шнурочек короткий. Ребеночек надо носить. Куда это все ушло? И ребеночек этот жив ли? Где он теперь? Зачем? Зачем это все? Говорите по-французски. Да. А зачем? Зачем вот учились, что-то мы читали, Толстой, Достоевский, Монтень в оригинале? А зачем? Мы с вами. Зачем? Вот оно. Вот вопрос. Зачем? Прощай, пожалуй. 9. Позвольте возвратить вам цветной взгляд на мир. И я говорю, позвольте возвратить вам цветной взгляд. Лягушки, путешественницы, дабы постоянно скучала по нам на знойных песках Тавриды, твоя Анька, отчаянная хулиганка, Пашка Плакс и я, который без тебя тоже Плакс. Thank you.
Танюша! Татьяна! Татьяна! О, остается при твоих 20. Запаса нет. Юнкер 5, один в запасе. 20, ваше право. И у меня один запас есть, да? Есть. О, браво. 10. Отлично. 10, один в запасе. Можно еще одну? Ваше право, юнкер. Почти. Могло бы быть. Спасибо. А у вас всего один запас. Вот, я пропускаю. И сколько у меня? 25. Запаса нет. Можете хорошо закончить игру. Вот обратите внимание, господа, как наивно. А может быть, даже глупо. 5. 30, запаса нет. Ведь учителя у нас кто? Французы? Французы, архитекторы итальянцы, управляющие немцы, механики англичане. Почти. При своих 25 остаетесь под поручиком. Напрасно. Да. Напрасно. У меня сколько? 35? У вас 33 в запасе. Как 30? Ну, а мы-то с вами что, господа? Только руду копать. Да лес валить? Правильно получается? Им туда отправляют. Они нам оттуда машины какие-нибудь. Мебель. Мы еще и радуемся. Смотрите. Пользуйтесь запас, пользуйтесь. Да. Это я к тому, что руками-то мы можем, господа, что-то делать, нет? Сгорело. А вот может у нас такая миссия. Исключительно умственная. Вот. Переход хода. Позвольте, господа, позвольте. Я вот с Юркиным согласен. 5, все-таки 5. У нас ведь есть, так сказать, Толстой, Гоголь, Достоевский. Чехов. Лермонтов. Чайковский. Только я ведь господин полковник утверждал, что у нас руками плохо получается. А то, что вы перечислили, оно не руками, оно каким-то другим образом проявляется. Правильно, господа? А какая разница? Разрешите, пожалуйста. 5 ваш, один запас, ваши 25 по-прежнему. А где ротмистр? Чего? Кстати, где ротмистр? Кто может сравниться с Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей, все страстною негой в ней дивно полно. В ней все опьяняет, в ней все опьяняет и жжет, как вино. Браво! 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 Все! Браво! Браво! Сишло! Хорошо! Хорошо! Все! 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 Тихо! 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 Тишина, господа. Играем, да? Что наша жизнь, что наша жизнь, игра. Вас принять этот предмет и пройти на сцену. Попрошу, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Просим, просим, просим. Спасибо, замечательно. Аплодируем очаровательной даме. Прекрасно, прекрасно. Благодарю. Понимаю, господа, все понимаю. Вы ждете от меня фокусов, фокусов и только фокусов. Боже мой, боже мой, как мало вам надо. Простите. Нет, секундочку.
Тушите, тушите, тушите! Полностью тушите! Замечательно! Очаровательно. Спасибо. Но не уходите. Нет, нет. Прошу, останьтесь. Нам понадобится наблюдатель. И не просто наблюдатель, контролер. Это будет чуть серьезнее. Позвольте задать вам один вопрос. Если у кого-либо из вас такой редкий предмет, как часы? Есть, есть, есть. У меня есть. У меня. У меня есть часы. У меня. Вот. Я первый, я первый. Ну что же, прекрасно, прекрасно. Господин поручик. Ничего не могу. Позвольте, позвольте. Позвольте, удостоверьтесь, пожалуйста, что часы исправны. Это очень важно. Часы исправны. Работает, да? Вот. Еще бы не хватало, чтобы они не работали, такого блистательного офицера. Да, они тикают. Прелестно, тикают. Прелестно, прелестно, прелестно. Господа, сейчас вы увидите номер, который называется деструкция и реконструкция. Сначала, господа, я полностью уничтожу эту вещь. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. А через мгновение с помощью древнейшего Вавилона зороастрийского заклинания восстановлю ее в первоначальном виде. Господа, прошу быть предельно внимательными.
Скажите, Ваня, все объясню. Не верить, не верить своим глазам. Поздравляю вашу руку. Вашу руку. Ой, ради бога, согласитесь, я все объясню. Я все объясню. Часы полностью реконструировали. Зачем попёрся? Зачем? И все у нее на глазах. Где это все? И было ли? Вот, не дает мне покоя этот мне ротмистр. Держите. Куда он подевался? Ну, может, он ушел куда-нибудь. Ну, куда он идет? Куда здесь ведешь? Может быть, арестовали? Услышал кто-нибудь его ахинею про бунт, про пулемет? И донес. Это не донос. Он безумен, господа. Не мог погубить всех нас. Из одного сумасшедшего погибли бы мы все, сделавшие свой выбор. Уже и не безумие, а просто подлая провокация. Мы же все искренне приняли новую власть. Мы все, так ведь, искренне разоружились. Подождите, господин полковник. Кто это здесь искренне принял новую власть, а?
То, что проиграли им по всем статьям, это да. То, что приняли свое поражение и смирились, это тоже да. Вот что мы искренне приняли. Новую власть, это вы. О ком? О себе, к примеру. Так это вы донесли? Повторяю, это не донос. Да, я посоветовался с Георгием Сергеевичем. Кстати говоря, он белейший человек. Ну, изолировали ротмистра на некоторое время. Велика беда. Отправят в Россию, так ведь позже. Только и всего. Покойной ночи, господа. Как это все случилось? Да? А вас ожидают. Где? В ресторане. Кто? Женщина? Не велено говорится. Честь имею. Сегодня селядочка, пирог с визигой и корочка к чаю. Зашибись. Брусничный мусс. А, прошу. Это вы. Понимаю, понимаю. Вот, берите, пожалуйста. Нет, нет, нет. Берите, берите. Садитесь, садитесь. Вот. А зачем вы меня тогда позвали? Разрешите поухаживать? Сами. Ступай, ступай. Слушаюсь. Да. Пожалуйста. Стерлядка, Сарочка. Колька разноцветная. Вы мой спаситель. Прошу, будьте как дома. Вы мне жизнь спасли. Мерзавец мой механизм не смазал, сам сожрал сало. Будьте здоровы. Любой на вашем месте со мной в этой стране, знаете, что сделал бы? Я даже не хочу фантазировать. А вы с вашей добротой, пониманием, европейскими манерами, с вашей мудростью, наконец. Какой мудростью? А что вы говорите? Какой мудростью? Глупый, пошлый фанфарон. Вот кто я. Да-да-да, именно так. Да ну перестаньте. Индюк надутый. Да, да, у человека в руках золотой самородок. Ну чего еще надо, да? Прошу. А тут на солнце блеснул, а это лужа, мишура. И все, вот и, точно, и вот поплыл. Точно вы сказали. Лужи, лужи не мишура. Вся наша жизнь российская, сплошные лужи, мишура. Еще Гоголь заметил. Я гляжу, проголодались. Признаться, весь день ничего не ел. Послушайте, с вашим умом и талантом. Что вы тут делаете,
Я не понимаю, что вы здесь делаете? Нет? Да. Нет, не на пароходе. Вообще. Вообще. Вы знаете, где ваше место? Вы за границей были когда-нибудь? Нет? Еще лучше. Еще лучше. Сейчас ем. Сейчас я вам все объясню. Отсюда смотрите. Вот это круг, это капитал. А вот это вот индивидуум. Понимаете, да? Вы Маркса знаете, Маркса, Маркса. Что, нет? Не может этого быть. Ну, слышали, Ладно, все знают, а вы не знаете. Я даже раньше не знал. Вы по-немецки знаете? Немецкий хвач. А, ну все равно. Я вам лучше по-русски скажу. По Марксу вокруг индивидуума вращается капитал. Как это? Слушайте, вы что, никогда не были за границей? Да вы не знаете, Париж, не знаете Вен. Ну венский шик. Слушайте, я совсем забыл сказать вам. Здесь заедает немножко головка. Когда открываете, это чуть-чуть, если заело, надо стукнуть, и тогда открывается. Понимаете, да? Так, нажали. Вот, стоп. Мелодию я сам выбирал. Живем, в сущности, в засаде. Кричим, ругаемся. У нас в трактире сделаешь замечание человеку, он тебе нахамит, и в суп вам плюнет. Да, и разойдетесь вы злыми, недовольными. А за границей? Что официанту не скажи, он только улыбается. Культура, слово и дело. Ну, суп-то плюнет. На кухне. Вы даже об этом не догадаетесь. Разойдетесь довольными, счастливыми. Я как подумаю. Давайте выпьем. Как она поет. Да. Как кто? Вот кто. Певица. Какая певица? Лизонька. Обручены мы с ней, невеста моя. Послушайте.
Стойте! Поверьте, это вопрос жизни и смерти. Все на месте, ваше благородие. Можно ехать. Спасибо, братец. Благодарствую. Гостиницу. Пошла. Давай, родная.
Тут Юрий Артемьевич, распишите. Давай, давай. Милости просим, вот. Милости просим. Прошу вас. Милости просим сюда. Добрый вечер. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Сквозит тут у нас. Прошу вас. Доброй ночи. Отдыхай. Спокойной ночи, господин поручик. Пожалуйте, я провожу. Пожалуйте за мной. Пожалуйте, пожалуйте. Позвольте я вперед. Ступеньки у нас тут. Пожалуйте. Сашка, Гришка, несите. Сюда ставь. Ну, скорей. Все, ступайте, ступайте, ступайте. Сейчас я свет включу. Не надо свет. Лампу-то оставлю? Оставьте. Вот сюда, пожалуйста. Слушаюсь. Спасибо. Если что надобно, зовите. Вот колокольчик у нас тут. Я всегда здесь. Ну, вот. Да. Вот. Ой, ключик-то, извольте. Mm-hmm. Отдыхайте, отдыхайте. Запри дверь. Подожди. Подожди. Это сабля. Я знаю.
Пойдем. Пойдем. Доброе утро. Доброе утро. А тут перед... Не извольте беспокоиться. Уехала на пароходе в 6:30. Саму лично на извозчика посадила. Как уехала? Уехала. Кто уехала? Да супруга ваш. Какая супруга? Нет у меня супруги. Ну... Вот вам карамелька. Прощайте. Никогда того, что между нами случилось, со мной не было. И более никогда не будет. Это утренний? О. Не. Тот давно уже ушел, когда солнце вставало. А это купить гомольно с Ярославля проходящий. А утренний пароход видел? Видел. И кто садился, видел? А тут обычно никто не садится. Так, уголь загрузь, проведите куда-то, почту. А сегодня, правда, дама одна садилась. Дама? Да, дама, приезжая ради вас плакала. А почему ты решил, что приезжая? Город у нас маленький, вот сами откуда? Из Москвы. А зовут тебя как? Егорий. А почему ты знаешь, что, дама эта плакала? Видел, плакала. А вы что, ее знаете? А пароход следующий когда? Если внизу, то часа через два обеда должен будет. А эти верхи? То поздно. Вечером. Часов 9 встань. Значит, не вечер. Это твои удочки? Не. Это одна Костя Тувыкина, а вторая Сашки Горохова. Так клюет же. И чё?
Пожалуйста. Да? Можно? Помоги. Ну, подойди. О, 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 бери, 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 держи ее, держи, 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 давай, 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 держи, лови, о, о, держи, молодец, о, о, да. Ну, а ты чего так рано тут сидишь? Смотрю. На что смотришь? На арку, на пароходы. На пароходы? Да. А чего на них смотреть? Они все одинаковые. Нет, не скажите-ка, пароходы все разные, люди на них разные. Да? Слышь, Егорий, а зачем тебе это надо? Чего надо? Да вот так на пароходы смотреть. Ну вот Дима придет, дел будет нечего. Вот я буду дома сяду и буду вспоминать, как смотрел на реку на пароходы. А что, кроме как на пароходы здесь смотреть не на что? Почему это не на что? Есть место одно. Можно сказать, как волшебное. Только правда идти надо. Ну так пойдем. У меня сейчас служба, часа через два. А, постой-ка, Егорий, постой. А где у вас крестик нательный можно купить? Я свой потерял. Потеряли? Нехорошо. А купить можно у нашего местного еврея Шоломсайча. Ага. Он купец первой гильдии. Вон там лавка его. Ну, хорошо. Спасибо. Беги на службу свою. Значит, через два часа. А, ладно. Егорий, а? Подойди, я тебе отдам крестик. Туда идите, сейчас иду. Господин Борисов, крестик ты купил, да? А, да, купил, а? Спасибо. Служишь тут, да? Да, 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 да. А как батюшку вашего зовут? Василий. А попроси отца Василия, чтобы осветил. По полному чину, ладно? Да, ну да. Ладно. Ну. Между нами со мной не было. И самое ужасное, боли никогда не будет. А? Самое ужасное. Самое ужасное. Почему не будет? Телеграф далеко? Он там. А, спасибо. Отныне вся моя жизнь навеки до гроба. Никогда того, что между нами случилось, со мной не было. И самое ужасное, более никогда не будет.
Господин офицер, может, я вам помогу? Да, помогите. Подскажите, пожалуйста, как отправить телеграмму, если не знаешь ни имени, ни фамилии, ни адреса, ни города, ничего, когда не знаешь? Я тоже не знаю. Отец Василий 10 рублей просит на храм за освящение крестика. Сколько? 10 рублей. Говорит офицер из Москвы. Что? С ума сошел твой батюшка? 40 рублей корова все, стоит. Давайте. Вот ему рубль, передай ему, и пусть спасибо скажет. Я плачу за то, что он вообще бесплатно делать обязан. Куда передал? С ума зашел ваш батюшка. Раз офицер из Москвы 10 рублей за освящение крестика просит. Ну. Я говорил ему, а вы рук дали, он взял и сказал спасибо за все. Вот тебе шляпа нравится? Ой, нравится, очень. Спасибо. А ты знаешь, таких 200 можно на 10 рублей купить. Полгорода одеть. Господин поручик, можно задать вопрос? Ну? Вы вот, наверное, когда учились, я только стреляли, скакали, да? Смотри, какая. Не только. И науки, наверное, тоже какие-то изучали. Науки тоже. А вы про Дарвина слышали? Чего? Ну, Чарльз Дарвин, происхождение вида. А вы что смотрите? Это фотограф наш, Иванников, единственный в городе. Вот это все его фотографии, он сам делал. Так, глаз горит. Внимание, внимание, приготовь. По моей команде скажу. Раз, два, три, тогда приготовились. Вы Д'Артаньян. Вы Д'Артаньян. За вами друзья, топот копыт. Перед вами враг, за вами ваши друзья. Атос, Портос, это неважно. Смелее, глаз горит, вперед, вы на него, в атаку, Д'Артаньян! Раз, два, три! Черт знает что. Что, все? Все. Больше ничего не нужно? Мне не нужно. Точно? Точно. Переодевайтесь. Арамис. Ну-ка, пойдем-ка. Добрый день. Добрый. Чем могу быть полезен? Да, да. Скажите, а кто эти люди? Какие люди? В углу, в витрине, вон это там. Это семья директора гимназии Арамис, Аристарха Никаноровича. А можно ее с витрины убрать? А вы тоже в этой гимназии учились? Я вас понимаю. К сожалению, сейчас возможности такой нет. У меня там пока дети учатся. Прошу прощения.
А куда это все положить? Ну, положите там, где хотите. Где угодно. Не страшно. Скажите, пожалуйста, а когда будут готовы фотографические карточки? Фотографические карточки, а когда именины вашей дамы? В четверг. В четверг. Вот в четверг и будут готовы. А если мы с мальчиком у вас фотографируемся, и вы нас на это место повесите? К сожалению, не могу. А сколько стоит у вас фотографироваться? 1,5 рубля. Скажите, а у нас там внизу, между ног, не слишком большое получилось? Ну, сколько вы заказывали, столько и получилось. Ну да. И четверка. И четверка. Я дам 5. Марта! Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Вы мне взятку предлагаете? Ça doit être prêt jeudi. Jeudi? Jeudi. Oh, черт знает что. Присаживайтесь. Вы говорили 10. А чего 10? А, понимаю. Рублей. Рублей. Прямо грязь. Это я полковника не вижу. Господин капитан, вы полковника не видели? Ну, мы как вечером поговорили, так и... Пропал куда-то. Несите. Несите, несите, несите! Кто? Найти-то, кто это сделал, я думаю, несложно. Зачем? Что? Искать. А, понял. Все, господа, приготовились. Отлично. Замерли. Замерли. Нам же разрешили. Тихо! 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 Граждане, бывшие офицеры, солдаты, казаки, ночью от сердечного приступа скончался ваш товарищ, бывший полковник инженерных войск Туманов Александр Павлович. Мы сожалеем. А теперь хорошая новость. Командованием Южного фронта принято решение эвакуировать вас сегодня. Тихо! Тихо! Есть сложности. Железная дорога взорвана, поэтому эвакуироваться будете морем. Тихо! Тихо! Это делается для вашей же безопасности. Отправление через час! Через час! Нет, не хватит! Будет баржа на буксире! Да что же это мы? На барже поплывем! На барже! А там на барже точно! А сюда? Куда? А куда нас отправят? Куда? Вас отправят в Очаков! А чего вы? В Очаков! Подождите, ну... Господин капитан, а сколько до Очакова плыть? Да говно плавает, корабли ходят. А мы кто, не говно теперь, что ли? Сколько до Очакова идти? Ну, на буксире 8 часов, я думаю. 8 часов. 8 часов! Тихо! Тихо!
8 часов, говно. Митинга не будет! Только на вечер объявлено штормовое предупреждение! И баржу на буксире никто не выпустит! Другого плавсредства для вас нету! Скажите спасибо вашему барону Врангелю, который угнал все суда! Выход в море через час! А теперь можете фотографироваться. Господин Павлович. Да? Я вот вас давеча про Дарвина спрашивал. Ну и что, Дарвин? Ну, я вам уже говорил, вы забыли, что ли? Ну, Чарльз Дарвин, происхождение видов, у него еще теория есть такая. А ты-то откуда это знаешь? У нас просто учитель один есть. Он, кроме самого Петербурга, приехал учить нас. Молодец. Добрый, внимательный, отзывчивый, очень добрый. Ну что ж, я сказал, ну, молодец, подумай. Умница, ну, побольше бы таких. Ну и дальше что? Ну, он просто в Бога не верует. Говорит, будто бы все без Бога, от обезьяны. Это все правда? Ну, если принять теорию Дарвина, то да, господин поручик! Ну что? Так это значит, что? Вы тоже от обезьян? Вообще-то не хотелось бы. А я? Что? Я тоже от обезьян. Егорь, во что человек верит, то и есть. Вот ваш батюшка, отец Василий, вот он точно от обезьян. 10 рублей за освящение крестика, за то, что он бесплатно должен делать, запросил, а? Раз офицер из Москвы, давай с него драть. Ну, где же оно, твое волшебное место? Да вот оно. Ого. Пришли. Все. Красиво? Господи. Вот это да. Там внизу. И себя красишь. Красиво. Ну все, побегли? Побегли. Река наша. А. Просто у нас тут излучина есть. Большая такая, большая. А. Вот. А вон там вдалеке проход, видите? Ну? Это утренний, тот, что утром ушел. Вот. Если бы не эта излучина, он бы от пристани за час сюда дошел. А ему приходится 6 часов обход делать. 6 часов ему шлепать досюда. А если против течения, то это вообще... Господин поручик, это что ж получается, если все от обезьян, и матушка моя с папашей? Господи помилуй, ой-ой-ой, и сам царь от обезьян, царь. Так это что, утренний пароход? Как же это? Это утренний пароход, да? Тот самый пароход? Ну да, 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 тот самый, на котором барышня еще плакала. Как ты узнал? Я вон по тем трубам запомнил. Царь от обезьян. Господи. Это что же получается, если царь от обезьян? Государыня, и детишки их, и все великие князья, и владыка наш от обезьян. Господи помилуй. Господин поручик!
Ну что, Егорь, вкусно? Угу. А вы смелые. Очень смелые. У нас еще никто тут не прыгал. Слушай, ты вот что ешь, а я пойду отдохну чуток. Знаешь, зайди ко мне ровно в 8. А если я засну, то разбуди меня, сможешь? Угу. Вот это значит правда, что человек — это обезьяна, а не бога. Зачем тогда церковь ходить, если там бога вообще нет? Ты, Егорий, давай глупости не болтай. Так 8, да? Хорошо? Угу. А ты часы-то разбираешь? Да. Вот смотри. Смотри. Вот на эту кнопочку нажать нужно. Угу. А если сразу не откроется, угу, стукни тихонько. Да. Не потеряй только. Да, спасибо. Да я в карман, да еще булавку заклюю. Сладкого не забудь. Тут хватит. Сдачу себе возьми. А сколько тут сдачи будет? Сколько будет, столько и бери. Тебе что, деньги нужны? Угу. Я куплю на море. Хочу съездить. Ни разу не была. Вот и карамелька тебе. Спасибо. За шляпу спасибо. Только не забудь, 8. Угу. И учителю своему привет передай. Передам. Обязательно передам. А сдачу? Что? Какую тебе сдачу? Ну, хоть карамельку-то отдай. Сева, смотри туда. Господа, внимание!
1, 2, 3. Господин поручик! Господин поручик! Господин поручик, это вы? Вставайте вы уже, господин поручик! Уже время 8:30, проход уже сейчас идет. Да что с вами? 8:30, проснитесь вы уже! Что с вами? Вставайте, давайте вы уже быстрее, сейчас проход уйдет. Давайте, давайте. Все, господин поручик, давайте. Вставайте вы уже, пошлите, господин поручик. Господин поручик, давайте быстрее, я уже извозчика пригнал. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, давайте, давайте, быстрее. Быстрее, господин поручик. Давайте, проход сейчас уйдет быстрее, давайте. Сейчас ли вам, господин поручик, нельзя, то сейчас проход уйдет. Да, все, Егорь, идите. Спасибо тебе, брат. Прощай. Вот тебе еще монетка. Спасибо. К морю ехать. Спасибо. Ну, гони, гони на пристань. Гоняйте. О, ушла. Пристань, родная. Дорогу. Thank you.
А чего бежим-то? Так что же обещали? Чтобы баржу не выпустили. Вот сущий потро. Кому сказать, не поверят. Ну вы видели, эту холому. А по мне хоть так. Хоть бараном, хоть поленом, да хоть навозом. Лишь бы домой поскорее живым добраться. Хуже скота повезу. Да будет вам, господа, а? Сколько терпели-то? Каких-то 8 часов осталось. Поболтаемся в этом корыте и все, домой. Спаси Господи, люди твоя, и благослови достояние твое. Ничего не надо. Пусть поют. Пишите, куда мне фотографию прислать. Я вам обязательно пришлю. Это вам не вот одну, а вот вам несколько. Господа, извините, что у меня так, у меня просто я... Ой, господин капитан, возьмите адрес. Простите, что у меня так, у меня просто нет с собой визиток. Вот. А это да. На каком Спасибо. Написано? Что? На каком языке написано? А, так это на французском. Да, это на французском. Вот, это мой адрес, чтобы я вам прислал фотографию. Что делать? Ну что же, Георгий Сергеевич, заканчивайте. Как отправите, доложите. И пусть поют. Да. Очень даже символично. Боги. Ня. Успокойся, успокойся. Еще немножко и все. Ой, простите, господин подпоручик, я вас искал. Я просто вам хотел, вот именно вам хотел вот отдать этот адрес. Смотрите, это мой парижский адрес. Ну, то есть родители у меня там уже. Вот. И я как только туда приеду, я сделаю обязательно эти фотографические карточки. Вы мне только телеграфьте, я вам обязательно вышлю. Только обязательно телеграфьте. Угу. Простите меня, пожалуйста, что вот у меня вот так я от руки, у меня просто я с собой визитных карточек этих не взял. Да, честно, у меня их и не было никогда. Скажите, там сябр мой виден? Слушайте, ну вы что, вы хотите меня обидеть, да? Господин подпоручик, я же все-таки я думал. Тогда мне две. Две. А у меня. Хо-хо! Ой. Юнкер! Где этот фотограф? Да. Вас Георгий Сергеевич зовет. Меня? Вас, поторопитесь. А куда? А вон он. А, спешите. Хорошо. Спешите. Я сейчас приду. Все? Да. Все? Все. Все! Закрывай! Закрывай! Эй, в чем дело? Это чтоб водой не заливало. Поехали. Убрать. Раз. Два. Отдать швартовы. Отдать швартовы. Есть отдать швартовы. Отдать прижимной. Все завелся.
тебя, Господи. Это как? Отца коллекция. А нет ничего. Ни отца, ни коллекции, ни царя, ни войны, ни мира. Как это наш юнкер давеча говорил? Я без папы рос, я без мамы рос. Сирота, словом. Угощайтесь, господа. Прошу. Это Люба! Это вам. Это лучшее, что там есть. Отец мой такие любил. Спасибо. Не за что. Зачем вы это сделали? Чемодан тяжелый. Таскал. Руки натер. Надо было перчатки надеть. Надо было. Как это странно. На войне приходилось стрелять в людей, и что-то внутри шевелилось. А тут своего русского офицера своими руками, знаете, как в романах пишут, своими руками задушил. И ничего. Пустота. Как это? Дайте я вам перевяжу. Не надо. Смотрите, какая грязища. Две войны пройти и ничего. А тут от какой-то заразы помереть обидно. Обидно, да. Обидно. Ненавижу. Что? Русскую литературу ненавижу. Почему? Почему? 100 лет сами себя говном поливаем. Остановиться не можем. 100 лет. Все подряд. Попов, господ, власть, любую власть. Как это Некрасов, пьянь, картежник. Как это он писал? Широкую, ясную грудью дорогу проложит себе, а? О, проложили. Ненавижу. Хлопцы, налево пошли чего-то. Да. Поворачиваем вроде. Может, мели обходим. Куда? Куда поворачиваем? Наверное, мели. Вон морские говорят, что мели обходим. Все. Спасибо. Не за что. Ни стыда, ни греха. Ничего нет. Все потеряли. Все можно. Все.
Все сами сделали. Все своими руками сделали. Что? Я что-то не видел? Мы что-то не видели? Не понимали что-то? Я все видел, все понимал. Все понимал. Только ручками своими ни к чему прикасаться не хотел. А зачем? Пусть это кто-то другой. Пусть это как-то само. И успокоились. Страна большая. Здесь загадим. Туда перейдем на чистую травку. Там усядемся. Места много. Обойдется. Обойдется. А не обошлось. Не обошлось. Какую страну загубили? Вот этими руками. Вот этими руками. Какую страну загубили? Целый мир загубили. Человека русского. Государство русское загубили. Ну и как? Как теперь с этим жить, капитан? Осторожней, пожалуйста, у меня же там фотоаппарат. О! Господин капитан! Я на силу вас нашел. Так, у меня к вам есть поручение. Вот мне просили передать. Вот, держите. Вот это вот. Кто просил? Георгий Сергеевич. Когда я пошел, это он меня просил передать. Слушайте, а можно мне тоже папироску? А то все курят, а я не курю. Пожалуйста. Можно? Георгий Сергеевич. Да, Георгий Сергеевич. Крепкие, хорошие. Это мои часы. Это Георгий Сергеевич. Это мои часы. Я отдал. Я вот эти мои. Это мои часы. Это Егорий. Это Егорий. Давно это было. Сейчас. Георгий Сергеевич. Георгий Сергеевич. Егорий. 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 Егорий! Егорий! Я не узнал, как его. Я открыть, открой. Егорий! Егорий! Это я! Остановись, стой! Выпустите!
Придет весна не для меня, Донора зальется и сердце вечное зальется с настолько чувств не для меня и сердце. Не для меня цветут сады, вдали не роща, а коня и ветер гривою играет, он влюбит, а выдоны не знает, не новую для меня, он влюбит, а выдоны не знает. Придет Пасха, за стол родня вся соберется, Христос на сердце Иисус плывется, Пасхальный день. Кусок свинца, он в тело берет.